Хабиби, come to Dubai. Я знаю про то, что русские девушки их разводят на деньги. Хочу заспать еще раз. Арабы богатые люди, у них есть нефть, у них есть бабки. Что вы думаете о арабах? Я ничего о них не думаю. Я ими не интересуюсь. Да ничего, позитивные люди, классные. Что вы знаете об арабах? О конях? Арабы, арабы. Арабы? Как национальность? Или как люди? Вообще. Ну, они мусульмане по большей части. Живут в Арабских Эмиратах часто. Они чаще всего ходят в закрытой одежде. Девушки особенно. Но они тоже. Ну, у них в семьях очень ярые мусульманские. По-моему, разрешено не несколько зон. Это арабы. Арабы – обалденное место, люди. Все обалденно, правда, вам говорю. Я был в них пару раз. Ну, арабы – это люди, это национальность. А какие вы знаете стереотипы об арабах? А, ну то, что они очень богатые, то, что живут буквально в белоснежных хоромах. Вот это вот я знаю самый распространенный стереотип. Еще я знаю, не знаю, может, это не стереотип вообще, но арабы все мусульмане. Ну, арабы, по сути, это национальность, вот, а так считают арабов всех мусульманами. Арабы классные и богатые, да. У нас много друзей арабов. Встречались бы с арабом? Просто смотря какой араб. А какие страны вы знаете, где живут арабы? Ну да, я не особо так часто о них думаю. Вот. Но они изобрели... что они? Счет они изобрели? Нет, они изобрели... А сейчас есть страны, где они живут очень хорошо, а где ну, не очень. А какие страны вы знаете, где живут арабы? Алжирские Эмираты. Наверное. Так, где живут арабы? Арабы живут в Катар. Ливан. Аман, Йемен, я просто не верю, что они арабы. Яркий, импульсивный, свободный народ. Я бы так сказала. Ну, я не могу сказать ничего хорошего. Точно, потому что мне не важно, какой человек, нация и так далее, я положительно отношусь. Я могу выделить отдельно девушек, арабов, которые умеют стильно одеваться, потому что все-таки в их культуре как-то не принято выделяться, но есть некоторые девушки, которые умеют классно стилизовать хиджабы и так далее, и мне очень нравится. Арабы богатые люди, у них есть нефть, у них есть бабки. Супер, арабов обожаем. Хабиби, come to Dubai. Ну, в принципе, знаю многое, потому что у меня муж, он наполовину, он французского происхождения, но он марокканец. Интересно. Проживаем мы в Швейцарии. То есть араб вроде. Ну, я живу в Европе, 20 лет у меня немножко по-другому. У нас это не ассоциируется с чем-то нехорошим, потому что во Франции, откуда у меня муж родом, Марсель, вот эти все города на юге, да, Франции, там население в основном все состоит из переселенцев, уже много поколений, да. Ну и Дубай тоже, совершенно абсолютно другие арабы, правильно? Если, конечно, говорит, как мне муж рассказывал, не разевай рот, когда идешь там где-нибудь в Каннах, в каком-то нехорошем районе, там на тебя могут там напасть арабы. То есть ассоциации разные. Арабы – это совсем другой народ. Они, даже о них говорить я не имею права, потому что я мало знаю. Что вы думаете об арабах? Арабы? Арабы, они очень секретные люди, о них никто ничего не знает, ходит много стереотипов. Народ, я о них не думаю. Я не хочу говорить о них. А какие стереотипы вы знаете про людей из арабских стран? Не хочу знать про них ничего. О арабах? Но я, насколько наслышана, это не очень показательные мужчины, которые очень впечатляют женщин, поэтому негативного опыта с арабами у меня не было. Поэтому, ну, если мне мужчина скажет, что он араб, я буду думать о нем только хорошие знаки. А встречались бы с арабом? Ну, если я бы просто сама познакомилась с этим человеком и у нас взялось общение, то да. Но если это что-то такое, вот как выдать девушку замуж, то нет.
Вообще, какие стереотипы в России есть про арабов? Хорошие, просто плохие? Они богатые, сам, они что ты думаешь об арабах? Мне кажется, такие же люди, как и все другие нации. Вот. Я знаю, что арабы придумали арабские цифры. Также они изобрели мыло. По-моему, там было что-то связано с математикой. Косинус, синус. Вот. Я была в арабских странах. И, в принципе, мне, наверное, далек их менталитет. Вот. Но, тем не менее, они очень сдержанные, связывают свою жизнь плотно с религией. Вот. Обычные люди, как и все. Отношусь я нейтрально. А были знакомые арабы? Нет. А что вы знаете? Какие-нибудь стереотипы? Я не знаю реально, какие. Ну, я соблюдаю нейтралитет. Вообще абсолютно по всем националистам, ничего страшного не вижу. Просто у них есть какие-то свои определенного рода правила, которыми они придерживаются, потому что это мусульмане, и, соответственно, это просто нужно уважать. Потому что любая национальность и любая вера, она так или иначе существует и очень важна в нашем мире. У меня прадед араб, у меня нет, есть немножко частичка этого. Великий, когда был Великий Шелковый путь, у меня дедушка араб шел с этой стороны, а бабушка, прабабушка с стороны Китая шли караваны. И они вот встретились, и я из Туркмении, и там все смешалось. Maybe about the food has a lot of onion. I know a lot of evil stereotypes about Arab people. And I know some stereotypes about Arabian women. Sometimes the stereotypes are really false. People don't know the real facts about Arabian people. Arabs like nation neutral, same as every nation in the world. What should I think about them? Like. I don't actually think about them. What kind of Arabs do you mean? From what country? North of Africa and East Asia, mostly.